Так, это будет маленький обзорчик Глориуса с нанесенными логотипами. Это у нас тоже вышивка. Вот такая плямба у нас на спинке. И вот такой рисунок на задней стороне спинки. Это все вышивка, довольно хорошо сделана одной ниткой. Ну, для такого ценника это даже круто. Значит, напомню, что Glorious у нас имеет РПП. Вот она. Угол наклона 135 градусов. Кресло хорошо подходит, там даже можно до 100 килограммов дотянуть, но очень короткая спинка. То есть спинка у нас всего здесь вот 78 сантиметров. 78. Сидение без ограничений. Конечно, надо помнить, что это не профессиональное кресло. Рама, толщина металлической стальной рамы 1,5 сантиметра. То есть для нагрузок там 100 и выше, конечно, это кресло не подходит, оно будет работать на пределе. Ну так, у нас комплект здесь имеется, комплектуется, значит, у меня 4D подлокотниками, тоже выходит кнопочкой, то есть это облегченные подлокотники. Значит, фанеры никакой нету. Все, здесь идет металлическая пластина 1, металлическая пластина 2. Комплектация мультиблок. Для своей цены до 30 тысяч это вообще классно. Так, значит, только у него что проблемные места — это высота спинки. И касается всех Evolution, это высота самого сидения. Очень высоко задранный. То есть 51 сантиметр. Это минимальное низкое положение сидения. У него тоже 51 сантиметр, поэтому это надо иметь в виду при выборе этого кресла.